И мы снова на островах свободы, с новой армией. Ну как с новой? С новой старой армией. Итак, куда же мы поедем на этот раз? Почти все исследовано. На запад нас несколько отрядов не убито. Возможно, нас ждет путешествие на восточные острова. Да, и надо не забывать про клад за 20 тысяч. Как-нибудь его куплю. Ладно, посмотрим. Я тут убил отряд нежити, который шастал возле гробниц. Хотя я, в принципе, там вроде все пособирал. Но ничего, главное, уровень поднял. Блин, и мана нужна, и атака нужна. Все нужно. Мана, наверное, все-таки больше. Золото, золото. Золото. Нужно золото. Ну все вроде. Ярости-то сколько? Ну что? Вашу ж мать, да когда же я концентрацию-то выучил, а? Осталось-то одна руна магии, дайте мне ее. Что это? Неужели если это я выберу, мне дадут 10 рун магии, 10 рун силы взамен 10 рун? Давайте проверим. Бум, точно, нифига себе. То есть 3 раза я могу себе делать 10 рун магии. Неплохо, конечно. Ну вот так, теперь я наконец эту концентрацию могу выучить. И магию хаоса тоже наконец. И даже архимага. О, древо леди становится священник, экзит, друидов, шаман, некромант, архимаг снижается. Вот это, кстати, тоже неплохо. Блин, у меня же как раз священники есть, инквизиторы есть. А чё здесь руны силы? Ничего? Чё она тут мигала? 16 рун силы, обалдеть! Давай, архимага тоже. Бам! 54 могу теперь, обалдеть! Такс, наконец-то! Магия хаоса. Чума нужна мне, не нужна. Ядовитый череп. Испуг, кстати. О, зов некроманта. Поднимает ваше существо в виде нежити. Вот это, кстати, неплохо. 850 здоровья. Может пригодиться. Что еще? Испуг. Обязательно. На более поздних этапах с более... с хилыми существами, когда у меня будет высокий уровень, это просто необходимая магия для нейтрализации стрелков. Ну и все вроде. Дыхание да мне не надо. Самое главное, мана будет восстанавливаться. Ну все. Закупаемся, запукаемся священниками всякими и едем на восточные острова. Сюда я, наверное, потом загляну. У меня тут появился идея с безумным Орисом повоевать. Давайте посмотрим. Эй, на судне, я хочу поговорить с вашим главным. А он сейчас спит, что ему передать? Спит? Как смеет этот наглец спать сейчас, когда решается судьба мира? Знаешь, я не хочу его будить, уж очень он грозен, когда его будет, но я тебя выслушаю с интересом. Мир в опасности, люди в опасности, глядит нечто неведомое, оно уничтожает, и ты сдохнешь, капитан, все умрут. И к чему ты говоришь это? Только я могу помочь тебе спастись, выжить, ты ведь не хочешь умирать, капитан? Я знаю способ.
Что же это за способ? Ты думаешь, я глупый? Нет, я не скажу тебе, не удастся меня обмануть, выдать мой секрет. Я скажу тебе, но только ты дашь за это золото. Много золота, твоя жизнь ведь стоит этого золота. Когда у меня будет золото, я смогу построить большой корабль, доплыть до края мира. Я уплыву из этого мира, и когда он погибнет, я останусь. Только я... Сколько тебе нужно за твой секрет? Немного, твоя жизнь стоит больше. Мне нужно 5000 за мой секрет. Извини, вряд ли твой секрет стоит таких денег. Да нет, надо его убить. Так, он сейчас спит, да? Расслабься, капитан, я здесь главное, что... Так, значит, ты обманул, жест, негодяй, ты заставил жить мерзкий вонючий пес. Сам ты пес. Пять скелеты. Да хрена скелетов. Адский косяк. Это все, что мне нужно. Так. Да блин. Как же у вас тут зацепить-то? Вот так вот. Собирайся. Безумный Орбис. Все смотрите туда, направо. Давайте подберем сундук. О, круглый щит, у меня уже есть такой. Так, скелетон, скелетон, скелетонище, что бы с тобой такого сделать? Нехорошего. Блин, а если эти существа походились? Понятно. Фига себе, дает герой 5-10 ярости, клево. Или это только когда на себя наложу? Ой, как страшно, ой, как мне страшно. Давай, закрой тебя, священник. Сколько у него скорость? 3. Скорость 3, говорите, да? Тогда так. Блин, у меня... Ай, надо было священника бить. У меня же 61 призрак может помещаться. Так. Рыбу, конечно, усыпить бы не мешало. Скелет мне не нравится. Что ты хочешь, рыба? Звездюклей? Ого, 1000. Ой-ой-ой, призрак вышел из-под контроля. Бежим! А, ничего, рыба сейчас его укусит. И он, наверное, должен опять стать нормальным. Где мое зеркало? Боли. 11. Что тебе, варвар глупый? Мри. Мама. Призрак все еще не подчиняется.
Ладно, я его потом шарахну. Нет! Да почему он на меня полетел, а? Так вообще несправедливо. Стоял бы, бил рыбу, чё? Почему из... Который выходит из-под контроля, начинает своих бить, а не чужих. Ерунда полная. Сам виноват. Да блин, у меня место было забито, поэтому я призраков не смог убрать. Да, хреново, конечно. Все бы ничего, если призрак назад не полетел, гад! Гаденыш. Так все было замечательно. Я и призраков потерял, и священников. 3-1-14. Сам виноват. Зато какого-то идиота завалили. Ладно, опять за лучниками на восточный остров. Вот они, восточные острова. Ты кто такой? Сильный Джимми Дуггинс. А вот Мирабелла тут стоит. Сейчас мы ее спросим насчет счастливчика. Несчастливщика. Мирабелл, разрази меня гром, смотри, кто к нам поп... кого к нам попутным ветром. Эй, парень, что-то я тебя не видел здесь раньше, уж я-то каждую пропитую рожу на этих треклятых островах знаю. Тысяча драконов, какая красотка, девятый вал мне в корму, твоя краснопланка, мой просто ветром любви. Надо же, каких слов ты успел здесь нахвататься, вот только сразу видно, что ты не привык себе так выражать. Язык не боишься сломать, а не язык? Ах, да, я же не писал, мне задалось, как резко искать сокровище. Да иди ты, неужто ты впрямь настоящий искатель, не смеши меня, юноша, каждый из нас клады ищет, и каждый второй... Непременно крыски, чем ты тут от них отличаешься? У тебя что, зубы цыгане тронут, да руки все целы. Так это недолго исправит, разрази меня. Разрази меня ровно. Наверное, ты хотел сказать, разрази меня. Говорю, какой ты ум, небось и шлем таскаешь, чтобы ум через уши не пролез. Не полез. Гром это бабах в небе, да вспышка. Аром, огонь в горле, весело песня, шумный драка. На утро после корма больная башка. И что по-твоему хуже? Ах да, совсем забыла о хороших манерах. Да и откуда им взяться-то эти манеры? Меня зовут Мирабелла. Для команды капитан Мирабелла, для людей просто Мирабелла, для врагов, чтобы их страха сражали. Продная рыба, рыжая бестия, для любви, впрочем, ты так слишком много знал для сухопутной крысы. Я слышу, что Сидей Джеймс за тобой ухаживает. Не то, чтобы он за мной ухаживал, жених он мой, чтобы его бесок. Проспорил я ему свою свободу, вот и хожу в невесту, раз башки своей на плечах нет. Ведь знала же, что везет этому мерзавцу, как проклятому. Ну пусть он хотя бы попробует подойти ко мне на длину моего ножа, все знаковый цвет. Потрохал самый везучий пират. Ты знаешь, где я его могу найти? Думаешь, ты первый, кто меня спрашивает? Я хоть невесты считаюсь, да только все делки ему не нанимал. Да и вообще, откуда я знаю, может, ты его убить хочешь? Мне, конечно, плевать, но все же так какой-нибудь жених, да еще и хозяин договорится на шахты, пары кораблей в придачу. Бивать я не собираюсь пока что. Ишь ты смелый какой-то, да, Джеймс тебя с потрохами зажрет и не поддается, у него сам ла-ла-ла-ла, короче. Я ему так. Ладно, говорю, слушай, знаешь ты или нет, но на островах у Джеймса есть свои рудники, старые шахты, Александр Камень, когда он забыл с камень тогда, да? Короче, он там. Спасибо, моя прелесть. Поговорить с пиратом, живущим в шахтах, так.
Прекрасно, Мирабелла, прошу твоей руки. Ух ты, ой, ну хоть ты бы меня не смешил. Ты знаешь, сколько раз над ним мне предлагали руку и сердце? Один, похоже, так и прям привлек мне левую руку и сердце моего давнего врага. Слушай, да, во-первых, я девушка не свободная, а в невесту счастливчик и хожу, и пока он жив, принадлежать ему. Но во-вторых, я вы только сам отважного достал специально для таких, как ты, жених, с ними условия, мой избранник должен победить Кракена. Что это еще за Кракен? Огромный подводный монстр, а не ты считаешь, ля-ля-ля-ля. А где Кракен, надо таскать? Север запад от всего кривой скалы найдешь, сука. Так, короче, убьем Кракена, она будет наша. Это я помню. Скотт Моррисон. Привет, тебе какими-то разве что по службе занесло. Так значит, королевский порученец, что ли? Ну раз так, то спрашивать я не буду, что за дело приведет. Если я меньше буду знать, крепче будет своя. Может, прокинь сам кружечку рома для знакомства? Я бы хотел купить. Да, посмотрим, может, у тебя есть какие проблемы, я хорошо умею решить. Все, товары, короче. Ну, как всегда, пираты, ничего особенного. Какие проблемы? Тысячи крокодилов! Мои проблемы совсем другого рода, извините, человек мира. Ну, значит, 10 лет назад я женился на веселой рязанке, молодой девиз, берегово братца. Тогда я был молодым, нищим матросом, не смог, как это положено, отдать слиток золота в 48, когда повез невесту. Но я честный пират, и деньги у меня наконец-то появились, такого, что свой долг отцу невесты голому шерсти я должен выплатить. Вот и просьба у меня. Отвези мой долг шершню. Самому мне туда сваться не хоть. Соваться не хоть, любит меня берегов брат. Давай. Разыскать за западных островах голову шершню, да тебе вы. Нифига себе, он мне просто так отдал слиток золотом. Обалдеть. 48 килограмм золота, да вы рехнули что ли? Красавица Джоли. Анджелина Джоли, что ли? Опять невидимость. Так, что тут у нас? Блин, я думал, тут замок будет. Мне надо священников оставить, или придется назад плыть их оставлять. Так, ты что, немного сильнее? Давай немного сильнее проверим твою силу. Нечего на меня ракать. Да откуда у вас столько? 24 мага. Короче, нате вам ядом. По минимуму магию будем тратить. Поближе подойдем, может, меня благословят. Так, пират, давай-ка магу шарахни, пожалуйста. Yes, sir. Чё за фигня? О, да-да, правильно. Клёво. А, он, наверное... Не, вообще классно, когда этот ходит после. То есть его могут другие побить, а потом он еще кого-нибудь побьет. Неплохо. Мрите, гады, мрите. Как ты, я так? Чё-то я стал за него управлять, то он на автомате сам бил, и теперь я могу управлять. Нет, козёл. Ну тогда меч. Ого, 1600. Отлично. Теперь можно ударить.
Интересно, маг физическим в упор бьет или нет? Так. Двадцать три. Так, 229, не намного. Ну все, уроды, вам хана. Бежал, да, типа уже побежал. Давай еще тебя подпалим. Я поражаюсь, как мечник передвигается. Такой в раскорячку. Кряк-кряк-кряк. Беги, не спеши, так. Это слабо, конечно. Нет. Блин, лучник вообще жестко. Хватит. Чё у него защиты? У него только физическое защищен. Почему я по пирату? Сильнее бью, не пойму я. Непонятно. Кому бы врезать? Ладно, пират. Ого, 3-7, неплохо. Вот с тобой-то мы и будем разговаривать. Да вот туда иди, к призраку. Нет, все сюда подкинули. А, еще старый ход. Странно, все равно отдыхает. Че, не два хода шли отдыхать? Так. О-хо-хо-хо-хо-хо. 22-22. Давай, усыпи его. Фиг вам. Слышим. Чё за фигня? Я вас ненавижу. Да я же снял заклинание. Уроды. Просто так потратил ману. Козлы. Да спать уже ложись. На.
Убивать! О, отлично. 61, мамочки, аккуратней, призрак. Сейчас же опять выйдешь из-под контроля. Опять тебя убивать надо будет. Так. Черт. Черт. Сделаем мы. Ладно, сделаем так. Призрак не на. Так, воскрешение. Сколько там тебе? 28, 6, 7. Круто. Еще 8. Ладно, себя воскрешу. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, дайте-ка мне пробить. Все. Бум. 8 лучиков, 6 змей. Ну, лучники здесь есть. Блин, надо своих священников куда-то убирать. У меня уже 5 притыкать. Чувствую, придется вернуться. Или все-таки поискать здесь замок. Вот что-то там засветилось. Бум. Нифига, 8000. Клево. Мана? Мана. Лидерство? Лидерство. Слабый. Ну, со слабым у нас разговор короткий. Резерв, на резерв руны духа 2 надо. Хрен обменяешь. О, неистовство можно взять. Или опыт, чтобы эти получили. Или командир лучников. Или тактику, которую я не могу. Ладно, давайте неистовство, оно потом откроет вот это все. Бум. Неужели здесь нету замка? Или вот здесь что-то? Ладно, пойду отвезу священников. Потому что я смотрю, тут могу набрать приличное количество призраков. Так, священников убрал. Равны по силе. Слабо. Ладно, с этим подеремся. Так, ребята, что вы можете мне предложить? Что вы можете мне предложить такого эдакого? Так. Так. Рыбу, волка, волка, рыбу. Давайте рыбу. Сейчас выберите отряд, который будет атаковать.
Или у него... Это... А, вот это... Да, блин, еще и не ответил. Спасибо. Угоды. Почему постоянно лучник страдает, а? Чёрт, я забыл призраков. Ладно. Придется его в саму кучу тогда бросать. Самую кучу тогда ему боевой клич. Пусть его там все лупцуют. Потому что выйдет у меня из-под контроля. Так. Давай-ка вам облачко. Главное, чтобы они призрака били. О, все, он опять нормальный стал. Спать. Нет. Мама. У меня такое ощущение, зря его тут запустил. Его сейчас там разорвут же, блин. Помощь призраку. А, я же облако уже использовал. Нехорошо, нехорошо. Так, что же тогда сделать? Стоять, азов некроманта. Блин. Я думал, могу воскрешать своих призраков. Хрена с два получается. Ну, усыпи волка. Не хочет спать. Так. Волк спать не хочет спать, ладно. Это слабо. Призрак набирается. Да, что-то я потерял прилично. Плерично. Ладно, надеюсь, на слабом наберу еще. Так, воскрешение. 14.0. Че, у меня один лучик, что ли, тут страдал? Странно. Очень странно.
Ну да. Лучник и призрак. Подождите, дайте мне набраться чуть-чуть. С пяти волков что-нибудь наберу себе. 17, обалдеть. Да. Больше так не надо делать, прям самую угушу кидать. Я много слышал о титанах, и вот, наконец, мне удалось немного прикоснуться к культуре, точнее, к ее жалким остаткам. Надо будет присмотреться к этим... Король Фандом. Ну чё, пушкарь, готов, сейчас тебе наваляем. Без потерь убил я этого пушкаря. Да, что-то столько золота. Нифига, тут черный дракон шастает, и немного слабее. Да уж, своими магическими солдатами. Блин, корабль нужен. Корабль капитана Черного Ока. Так, нужно смотреть острова, где у меня там клад-то. Так, погнали на корабль. Поплыли, поплыли. Так, это кто? Равно по силе. Невидимость. Давай, иди сюда, равно по силе. Что-то я думал, всех призраков набрал, а коса двух потерял. Полный набор ярости и нет маны, но зато... Можно сказать, без потерь. Вначале кажется, так вроде несложно, а потом такие небольшие сложности возникают во время боя. Так, что тут у нас? Быстроволосый своего капитана Мокропуса, известного охотно-морских чудовищ. Интересно. Может, он нам про Кракена что-нибудь расскажет? Алло, Макропус. Эй, юноша, клянусь своей треуголкой. Ты не похож на одного из тех головорезов, что обычно пытаются достать капитана Макропуса. Тем не менее, ищу именно вас, капитан. Меня прислал красавица Мирабелла. Как очередной жених нашей рыжей бестии ко мне пожал. Послушай, юноша, бросал бы это дело. Думаешь, ты первый раз, кого я к Кракену провожаю? Уже не один десяток смельчаков добивается руки моих сгинул в пасть морского чуть. Забудь ее, как препятствие. Я не готов к Астрелану попозже. Ой, кто там? Слабый. Ты меня не напугаешь. Я посмотрю, что здесь есть, потом с тобой подерусь. Канториус. О, маг какой-то. Стой, если ты вор, то предупреждай тебя сразу. Вход в мою лавку охраняет самые жуткие заклинания стран, которые тебе и пыли не оставят. Я не вор. Из запрещающих знак нигде не вижу. Вот и зашел к вам нельзя, что ли? О, прошу прощения, я думаю, это очередной пират. Пришел просить заклинания, способа потопить корабль, спасу от них уже нет. Честно говоря, я уже жалею, что уехал из Верландского леса, сказал, уединение, покой, да вот уединение не получается. Я бы хотел прикупить СГМ, покажи, что есть. Молния! 17 тысяч! А, это же у нас еще у паладина была эта молния. Взять, что ли? 17 тысяч! Обалдеть! Разброс почему такой, я не понимаю. Да блин, гнул-то все подходы, по-моему. Выклад, по какому делу? Рассказал мне туда император Сурин об общем корабле, лунном призраке. Еще он говорил, что ты явно заинтересован был этим кораблем. Ах, ты про этот корабль с черного золота. Да мне вовсе корабль был нужен. На нем я просто хотел испытать музыка. Понимаешь, Златовласка? Подобно множеству моих коллег-магов, я тоже пытаюсь познать тайны заклинания странника. Сейчас я бьюсь на заклинание легче.
Че? Перышко. Удивительное заклинание, которое помогает приносить большие тяжести. Ну и как успехи? Могу без ложного скромно заявить, что я вхожу в число немногочисленных разговоров с гонным странником. Ты чего всего? Я назвал его воды, легче прыскать, да, но он мне все заклинает. Знаешь, я бы купил тебе эти свитки. Я сделал еще слишком мало свитков, поэтому цены не будет, скажем, 1000 золотых. О, фигня. Конечно, я покупаю. Отличие, забирай, не забудь. Груз в воде, высокий интеллект. Огромное спасибо, я все помню. Стоять! Еще не готов. Стоять! Ну ладно, драться так драться. Без проблем. Что-то заметил, где эти главные пушкари, они все какие-то слабые. А чё это я так и не понял? Мак нам что-то говорил про поднятие. Я разве получал это задание? И опять за всю силу воды. Давайте еще один возьмем. Маги странников. Ты уникальный заклинатель, хоть и создан магом Эндора, но его основе лежит одно из немногих магов странников. Магия странствий же есть, например, в King's Bounty, принцесса в доспехах. Красивый фонтан, который наполнит ману. Да, и теперь срочно с кем-то подраться, пока есть мана и ярость. Может, с этим? Сильный. Давайте попробуем. Ты новенький наш вода, ты знаешь, что у нас поплатить налог на чистую воду? На какой еще воду? Что за гость ты говоришь? А ты грязь вокруг, ты ведь по морю плаж, по чистой воде загрязнешь, корабль тут только это. Ну заплачу тебе, что море этот чище станет. Чище море, не понял. Все стопаешь, а золото по зову не выйдет. Ой-о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 й. Что-то мне кажется, я погорячился немножечко. Да блин, сюда. Опять! Все стрелки, кроме одного пирата. Что же это за такое-то? Вот сейчас бы масляный туман бы пригодился, который я, кстати, вроде... Или у меня его нет, а масляного тумана-то это. Может, феникса вызвать? Да он, гадство, не долетит еще, небось. Почему всего 400 жизней, а? Один, два. Бред. Полный бред. Зря только... Давай-ка вот этого. Ну все. Закрыл называется. Ай, вот так вот просто Т-30 заклинаний уходит в небытие. Нахрена я это делал? Блин, зря я так подлетел. Так. Подождем. Mm.
такого сделать, да? Даже не знаю. Шестнадцать и сколько? А, 17. На камнепад. Подрался как-то по-дурацки. Феникса зря истратил. Пират, ты охренел? Давай беги, а. Вперед, не хрен там. Высиживать. Все, мы его еще замедлим. Интересно, куда он сейчас побежит? Давай сюда беги, что ли. А вот теперь поднимаемся. Ха-ха-ха, уроды. Что это за Феникс? Его двоих лучников. Бред, а не Феникс. Такой слабый вообще. Подождем, так. Держись, Феникс. Вот и все. Ерунда какая-то. Ускорение сколько? 3 маны, давай. Подождем. Че они всех разных бьют? Бейте кого-нибудь одного, чтобы я потом нормально мог воскресить. Шлепок. Так, дальше что? Нате вон яду. Заскулили бедно. Вот сволочь. Так. Ни к чему, конечно, такие потери, просто ни за что. Ладно, за драгоценности какие-нибудь драл.
Так, 27. Чё, змеи вообще ни одной не забрали? Два этих. Их призрак всех потерял. Что-то я не помню, почему этот не колдовал ночью. Целых 10 полечил. Это же так много. Два глаза, 13 лучников. Не, мне глаза дороже. Да, сколько призраков? 7. 32 лучника. За что? Просто так! Просто так! О, господи. Пошел ты. Эй, сильно. Ты иди ты в баню, а. Черт! Слава богам, а. Я даже не сохранился. Вполне может быть место, где затонул легендар на лунный призрак, и у вас как раз есть заклинание, потом поднять его сам выходить. Да. Вау. Крис Келлер. Я благодарю тебя, незнакомый, за то, что ты дал мне возможность еще раз посмотреть на него. Чем я могу быть? Привидение. О. Ладно, спасибо. Как раз. Ну, блин, дали бы вампиров, а. Без вампира вообще как без воздуха. С один защиты 200 лидерств. Давай. Ладно. Сегодня все. Наконец-то! Просто так нашел! Огненный дождь! Офигеть! Офигеть! Ну почему такой урон маленький? Всего лишь 130-150. Но зато 7 клеток. Это лучше, чем просто огненное. Смотри, а ману он всего-то 5 маны ест. Воин севера. Огненный дождь вроде первого уровня 12 маны что ли ел. А, или 6, 12, 24, что такое. Или 12, 24. Как-то так, я не помню. Там урон у меня чуть ли не до 2000 доходил. Ну, конечно, у меня и там интеллект. Ну, хоть что-то первое по площади, ура. На этой радостной ноте мы закончим. С вами был 574, до скорых встреч.